правильной позиции. Ровно через 3 минуты я начинаю. Все, я уже устал просто. Засеку. Таймер. Сейчас я определюсь со временем, сколько это будет. Но тем не менее, ровно через 2 минуты. Через полторы даже. У нас будет выделено на самый высокий мерит, друзья. Очень красиво, Стас.
2.20. Яу, Антон Глистовский. Ребят, 1.5 минуты осталось. Серега Сикин. Сегодня они на темпу года. Йоу, 1.93. Минута осталась, друзья. Минута 0.5 надо. Костя Андреев. Йоу! 2.70. Вот это заявка. Заявка очень хорошая за победу от Кости. Костя представляет. Брэд Пенс. Уэйн Хеллрайт. Тем временем Александр Николин. Хороший конкурент Кости. Райдер Генила Эндерси. СССР, Антон Христовский. 2.20. Ребята, осталось 30 секунд. По заключительному прыжку от Кости Исани Никулина. Костя Андреев! Ой! Вот эта трёшечка, походу, была, нет? Да. Мне тут подсказывают, что да. Александр Никулин, все внимание! Краснодар! Вот так вот, друзья! Ну что же, я хочу спросить у судей. Спорный ли момент? Спорный ли момент, друзья? Еще, да? Значит, Александр Никулин и Костя Андреев. Еще одна попыточка. Костя Андреев, Александр Никулин по одной еще попыточке. Антон Христовский. Ребят, к сожалению, время закончилось. По одной попыточке от Кости Андреева и Александра Никулина. И все. И мы завершаем сегодняшний финал. Скейт-парки. Костя Андреев, Санкт-Петербург, Бенс, Хеллрайт, Суперстар. Ответка от Александра Никулина из города Краснодара. Они отличные друзья, но сейчас им приходится бороться за самый-самый высокий вылет. Здесь нам Москва Сити Геймс. Александр Никулин, все внимание! Все, друзья, судьи, я надеюсь, что у вас есть претендент на победу, поэтому я бы хотел сейчас завершить наш сегодняшний контест скейт-парк.